Друзья, приветствую вас на канале Технофорум. Сегодня мы катаемся на буксировщике, на котором мы катаемся уже второй месяц. И за это время я к нему уже привык. И сейчас, даже катаясь по лесу, где в принципе буксировщик, на мой взгляд, не должен использоваться, я понял, что я чувствую себя достаточно комфортно. Мне достаточно легко преодолевать какие-то резкие повороты, там между деревьями проехать. Поэтому к любой технике нужно привыкать, так же как к снегокату. Я начал кататься на снегокате там лет 5 назад, может быть 6, и я уже не помню этот момент, когда я адаптировался, потому что у меня до этого был опыт мотоцикла, да, и мотоцикл все равно он, ну, немножко близок к снегокату, потому что там есть руль, там есть необходимость управлять массой тела. У буксировщика немножко все по-другому, и тоже приходится привыкать. Но сейчас уже опыт появился, и эта техника, ну, достаточно интересно радует и разнообразит наши поездки. Погода не самая идеальная для поездки на подобной технике, потому что на улице минус 2 градуса, снега немного, и из-за предыдущей оттепели корочка льда, которая покрывает. Так как техника достаточно мощная, здесь стоит 15-сильный лифан. Он при резком нажатии на газ, он срывает вот эту корочку и, ну, достаточно сильно так скользит даже, ну, вот в таких условиях. 15 лошадей, конечно, это очень много. С другой стороны, здесь просто нельзя воспользоваться максимальной мощностью из-за того, что здесь ограниченное пространство и, ну, есть вероятность просто куда-то въехать, да, там, в дерево. Но на открытой местности, конечно, эти 15 лошадей показывают себя во всей красе, и техника едет просто классно. Сейчас у нас в сборе снегокат с 15-сильным мотором, с более длинной гусеницей, и на нем тоже испытания достаточно интересные показали. Все это будет позже выложено на канал, пока что я еще не выкладывал эту технику, но подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе. Всем пока!